Если вы смотрели «Великолепный век» в оригинальном турецком формате, то наверняка обратили внимание на то, что в оригинале серии длиннее, чем те, которые нам показывали по телеканалу «Домашний». В оригинальной турецкой версии серий 139, а в нарезке «Домашнего» 155. Поэтому часто возникает путаница с нумерацией серий. Но проблема не только в этом. В «Великолепном веке», который показывают в 2020 году на телеканале «Домашний», есть вырезанные сцены. Сейчас расскажу подробнее, что случилось. В конце третьего сезона Балибей привозит Хюрем во дворец. Никто из российских зрителей, смотрящих в 2020 году сериал впервые, не понял, что произошло. Хюрем уже играет другая актриса. Нам хотят показать, как сильно она постарела, но она богато одета и вполне здорова. Что же с ней произошло? Где она была? Куда ее спрятала Хатидже? Оказывается, в версии «Домашнего», которую сейчас транслируют по ТВ, данный момент вырезан. Он был показан сразу после смерти Хатидже Султан. Но в нарезке «Домашнего» этой сценой заканчивается серия. А в турецком оригинале серия закончилась тем, что нам показали стонущую, лежащую на полу в каком-то то ли доме, то ли подвале, на какой-то подстилке, Хюрем. То, что это Хюрем, можно понять только по ее рыжим волосам. Ей принесли кусок хлеба и какую-то кашу. Получается, султаншу все это время, все 2 года, держали в каком-то закрытом помещении в ужасных условиях. Следующий вырезанный момент – это начало следующей серии. В оригинале она начинается тем, что показывают похороны Хатидже, а «Домашний» обрезал начало серии. У них она началась с того, как Мехмед и Ильяс идут по лесу. А ведь эти две сцены очень важны. Первая важна для понимания того, что произошло с Хюрем, а вторая просто потому, что было бы странно не показать это событие. Все же Хатидже была одной из главных героинь, любимой очень многими поклонниками сериала. Я провела небольшое расследование, очень помогли в нем и мои читатели в Инстаграм. И насколько я поняла, вырезанные моменты в 108-109 сериях формат «Домашнего» имеются только при последнем показе сериала. А «Домашний» уже несколько раз в течение последних лет транслировал «Великолепный век». На их же сайте выложен «Великолепный век» без вырезанных сцен. В конце 108 серии показали и Хюрем на полу, и похороны Хатидже. Что же случилось? Почему вырезали? Могу только предположить, что для того, чтобы подогнать длительность серий под эфирное время. А вы заметили в сериале какие-нибудь вырезанные сцены?